Библиотекарь Самарского хореографического училища Ирина Пудовкина рассказывает, весь день провела в предвкушении праздничного шоу, которое прошло во Дворце спорта. Сейчас вот как раз после долгого перерыва я в очередной раз посетила такое мероприятие. Мне очень приятно, что праздник, нам сделали праздничное такое вот мероприятие. В зале собрались женщины, трудящиеся в государственных и муниципальных учреждениях региона, а также семьи участников СВО. Каждая гостья получила подарок и букет белых роз. Всех собравшихся с наступающим Международным женским днем поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил большой вклад самарских женщин в развитие региона. Все сферы, о которых мы можем говорить, сегодня динамично развиваются во многом благодаря вкладу самарской женщины. Спасибо вам за это. Спасибо за вашу любовь к нашей самарской земле, за вашу любовь к родине, за вашу любовь к семьям, к детям. Спасибо за любовь. Спасибо за заботу о подрастающем поколении. Спасибо, что мы можем быть уверены, что будущее страны в надежных руках, потому что это будущее создается вами. В этот вечер на льду Дворца спорта развернулось световое шоу с участием самарских фигуристов и именитых спортсменов из сборной России по фигурному катанию. Выступления сопровождали арии в исполнении артистов оперного театра и Самарской филармонии. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.